Оба матча с Лока получились не лучшими по результату, и по игре команда выглядела очень тяжелой. В чем причина? Почему, собственно, не получалось показывать, ну, тот хоккей, который обычно привыкли? Видимо, соперник не давал это делать. Вот, мастеровитая, обученная команда, и технически, и тактически. Ну, они не дали нам играть так, как мы хотели. А счет сегодня, как вы считаете, по игре? Или соперник мог забить больше? Или мы, может быть, все-таки могли как-то переломить ход встречи? Потому что по ходу, если не ошибаюсь, 3 штанги было у «Алмаза». Ну, вот, начали безобразно сегодня игру. Спасибо Алексею Артамкину, оставил нас в игре в первом периоде. Потом потихоньку все-таки удалось немножко игру переломить. У нас стало обоюдоострой. Ну, видимо, не наш день сегодня. В конце игры показалось, что наш вратарь так призывно смотрел в сторону скамейки. Была мысль заменить вратаря? Да, мы хотели поменять вратаря, но не было возможности. То есть шайба не могла задержаться в зоне атаки. Сейчас у команды будет большой перерыв. Чем, собственно, команда будет заниматься? И как вы считаете, получится ли поработать с тем, чтобы преодолеть тот спад, который, ну, скажем так, можно сказать, наметился в последних матчах? Ну, будем заниматься непосредственно физической подготовкой, физической и тактической. А в целом какие планы у команды? По мероприятиям, может быть, какие-то есть? Да нет, у нас сейчас мы проведем небольшой микроцикл такой, подготовительный к следующему этапу, игровому. Вот. Мероприятий пока не запланировано никаких, только работа. А не ожидается ли каких-либо изменений в составе, приобретений или, может быть, наоборот, кого-то? Ну, пока нет, сейчас будет эта пауза. Посидим, подумаем. Может, кто-то менеджер новый подскажет, кого-то предложит. Но пока ничего такого нет. А в следующий раз команда дома сыграет практически через месяц. А на выезде ждут соперники сильные, которые в верхней части таблицы. А есть ли какие-то опасения, потому что «Алмаз» уже сейчас может выпасть из зоны плей-офф? Ну, опасения есть. Без опасений как. Надо ехать и играть. Все рассуждать-то. Будем сейчас проведем вот эту неделю. Плодотворная, надеюсь. Ну, отдохнем, поработаем. Там видно будет в поездке. Мы будем выходить, играть каждую игру. Биться за очки.